Петербурга, из семьи академика. Переехал сюда из Питера? Да. Классная руководительница Валеры. Валера, да. Ничего себе, у тебя память. Она, в общем, преподавала русскую литературу. А как она оказалась здесь вообще? По распределению. Да? В 83-м году приехала. Да. Помню, он здесь пенал. Потом. Даже, по-моему, раньше. В общем, она по распределению приехала и вышла замуж. И осталась. Так вот. Все свои истории здесь. Вот здесь? Ну, она невероятно умная. У нас такие уроки были. Вот литература и мировая художественная культура. Из Питера привезла, получается. А что такое за растение вот это? Что это такое, смотри. Что это такое вообще? Плющ. Плющ такой. Какой плющ? Как дерево, смотри. Не, мне кажется, это и есть дерево. Дерево, но плющ, да? Я возьму отросток экзотический. Я привез этот плющ из этого, из... Запах. Из, как его называется, из Крыма, с этого. Я когда в другую перешла, вот в 11 классе мне пришлось в город перейти в школу, там уроки литературы были смешными для меня, знаешь, ну вот. Вы, наверное, абсолютно неинтересные. И образы героев разбирали там. Мы очень много всего разбирали и писали сочинения. И читали не просто сокращенную, нам это заставляло идти полную версию. Там я пришла, она говорит, есть не сокращенный вариант, а прям вот книжки, анализы и рецензии. Мы по дороге идем, может, нам как-то это... Типа, вы что, критики? Свет, тут машина. Мы сойдем. Какая-то машина шумела, я думаю, сейчас вот еще раздавила вот человека, да? Тут кузнец вот себя. Вот этот сутик, по-моему. Ну, он был ниже, конечно, его можно было кушать. Мы не доставали, тут все, все, на кто его залезет.